Я продолжу. Картинки чем-то повторяются из года в год. Вот здесь я сначала подумала, что это Мерсбург, потому что есть озеро на обложке, есть замок. Но это не Мерсбург, это Райнхальд-Пфальц. Райнланд-Пфальц. Здесь тоже производится много вина, и тогда в журнале отображалась ситуация про вино. Также отображались политические события. Опять речь шла о развитии автомобильной промышленности, особенно грузовиков, Мерседес грузовиков, о моде, о футболе и опять о секретах винного подвала. Виноделы Германии тогда гордились своим вином, а сегодня и подавно. Здесь все, кто смотрели мой ролик про спаржу, узнают, что на обложке изображена обработка спаржевого поля. The helping hand. Это я еще помню. Рука помощи. И Коль здесь такой молодой. А сейчас он уже давно ушел из жизни. Я сначала думала, что эти журналы должны выброситься в макулатуру, а сейчас, когда я их листаю, я думаю, ни в коем случае, ни в коем случае нельзя такое выбрасывать. Это стоит перечитать, снять о нем даже несколько фильмов. Вот о целебном действии садового участка, что он может помочь старым людям быть активными и не лежать в больничной койке. Это всегда какие-то семейные углы. И стоит заняться садом, чем-то другим. Здесь архитектура. Юбилею каких-то известных людей были статьи. Речь шла о бестселлерах, о варьете, театрах. Очень трудно в коротком ролике изобразить практически эпоху или целый год и всю работу этих людей, которые пытались описать тогдашнюю жизнь. Аккумулятор будущего. Сейчас мы это все используем, или же оно уже отошло в прошлое, как устаревшее. В наши дни очень популярным стала тема производства вакцины от ковида. А тогда описывали фармацевтическую промышленность, и речь шла о каплях, микстурах, про аспирин, который был изобретен в 1914 году в лаборатории фирмы Байерсдорф. Про угольные бассейны в Бохуме, которые сейчас закрыты, потому что энергетика вся перешла на солнечные батареи. Еще одна статья о Кейте Крузе, которая в свое время делала куклы и стала популярной. Эти куклы сейчас стоят очень много денег, 300-400 евро. Это все коллекционные куклы. И вот была статья, которая называлась «Наша страна в красках». Здесь речь шла о садах. Я вам недавно показывала Überlingen, Bundeslandesschau. Вот это все зарождалось уже очень-очень давно, имеет ежегодную традицию. Всегда изобретались новые материалы, новые клеящие материалы. Журнал всегда изображал какие-то культурные события. Например, здесь статья о актере Мартин Хельд.
также исторические игры. Я бы смотрела и смотрела этот журнал бесконечно. Но хочется не затягивать этот ролик. Этот журнал хотел также позиционироваться как журнал для начинающих предпринимателей с различными советами для людей, создающих бизнес. Например, как один повар может открыть свое дело, открыть свой ресторан, мясную лавку. Портреты городов. Здесь, например, изображен Дортмунд. В принципе, сейчас нашими блогами мы все изображаем эти города, в которых живем. То есть наверняка вы в YouTube можно найти блог кого-нибудь, кто живет в Дортмунде, и показывает этот город на русском языке. Новый Дортмундский музей. Различные исторические справки и снимки. Речь шла, опять же, о почтовых марках, о том, что книги не вытесняют друг друга. Апрельский выпуск 1984 года рассказывает о федеральной земле Нижняя Саксония. Представляет завод Volkswagen, то есть неправильно произносят в русскоязычной среде Volkswagen. Volkswagen, народный лимузин. Здесь вот политические темы, интервью министра Бергит Бройль. Речь шла также о йогуртах, о интересных продуктах для детей, продуктах питания. О пивоварении. Тема моды всегда была интересна. Смотрите, какие вот эти вот платья, они какие-то, они популярны всегда, их можно и сейчас носить. Если что-то делается со вкусом, то это всегда замечательно. Вот это можно и сейчас одеть. Никто не заметит, что это мода 80-х. Реалист Вильгельм Рабе. Книги написаны, жизнь прошла. Различные потоки идей. Январский выпуск 1984 года был полностью посвящен спорту, участие в производственном капитале, какая цель у нового федерального правительства, зимний спорт, горное дело, то есть это темы, которые частично уже отошли на задний план. Горно-перерабатывающая промышленность в Германии, все сворачивается. Лазеры для промышленности. Темы зимнего спорта. Все это на русском языке. Это для меня будет очень интересно. Инцель из деревушки в спортивный центр. Сегодня это все альпийские курорты, которые настолько дорогие, что нам, жителям, не всегда по карману. Домашний хлеб, лапша и прочее. Наши бабушки готовили хорошо и с удовольствием. Какие-то даже ошибки есть. Наши бабушки готовили хорошо, хороши и с удовольствием. Видно, что журнал издавался в Германии. Все-таки допускались самые мелкие ошибки в языке. Как употреблялись стиральные порошки? Какие стиральные порошки были? Какая была разработка моделей молекул?
Вот я пролистала вместе с вами 1984 год журнала Guten Tag. Как вы видите, этих журналов много. Я посмотрю, будет ли популярен этот ролик. Guten Tag. Добрый день. У меня есть один дружественный канал, называется «Каждый день добрый день». Я всем вам желаю доброго дня. До следующей встречи. С вами была Наташа.